Oh, wait. Let me put the title logo up real quick. Let it die. Доброго времени суток, народ. С вами, как обычно, Джесс, и мы продолжаем проходить Let It Die. Ну, как проходить? На самом деле, я не ручаюсь, что на каком-то моменте это все не это, но как минимум в нее... Да не, фигня, все надо пройти, блин. Я просто... Это же Dark Souls. Забавный, странный японский Dark Souls. Ну, правда, Dark Souls, в принципе, японский, но... Короче, неважно. Я не в порядке. Я оверпозитивный. Это плохо. Так, короче говоря, все, мы распечатываем башню. Давай, пусти меня внутрь уже. У нас деколь москита, это значит, что мы сможем... так тут наш труп. Блин, это плохо. Ага. Наша старая... Воу, я плохой... Умри. Короче, как видите, труп превращается в психованного маньяка. Ну, если не выбираешь, конечно, за валюту реальную восстановиться... Сразу на месте, где ты умер. Ну и дядя Смерть загнал труп в холодильник. Спасибо ему большое за это. Короче, смысл в чем? Трупы остаются на том месте, где ты погиб. И шарятся, ну, в его окрестностях. Не только у тебя, но и у других игроков. Что означает, что где-то, в принципе, мой труп мог уже наделать делов. Ну, этот, конечно, не мог, но другие могли. Еще можно один из трупов послать хантить друга на каком-либо из этажей. И как только он... Да блин, сколько тут мертвых тел. И как только друг зайдет на... Head armor. Нагло. На этаж... Тело начнет тоже бродить по этажу, лутаться, фармить врагов, и так оно будет себя вести, пока не наткнется на, собственно, друга, которого ты заказал. И потом он попытается его убить. Так. Ага, я могу подкрасться. Сожрать можно? Можно поджарить. Из тела любого убитого зверя будут расти грибы, которые зависят от типа животного мертвого. Так вот, типа еще и гриб красивый. Я бы съел. Так. Надеюсь, нам это особо не понадобится. Каска у нас клевая. Каска мне нравится. Мастер левел. Понятно. Есть, короче, уровень мастерства с оружием, и это будет разблокировать... Ой-ой, ты что такое? Разблокировать различные мувы. Блин, вы странные. Хорошо, ладно. Это вообще не противник, как оказалось. Монетки. Лягушка. Есть лягушку, не будем. Ну, пока что. Ничего не обещаю в перспективе, маленький друг. Бля, тихо. Давить лягушек мы тоже не будем.
Лягушки полезные. Лягушка бежать не надо. Dot Arms, чтобы это не значило. Так, кто где рычит? Сейчас я приду, и ты дорычишься. Что такое? Stump Station, это что такое? Короче, это мини-гейм. Так. Мини-игра. Во. На-на. Ну, я мог добить противника. Красочно как-то. Так, я получил мастер-левел с кулаками, что здорово. Так. Так. Не держать надо, интересно? Видимо, нет. Перфект. Так, я получил штампик на этом уровне. Типа коллекция. Не знаю, что это такое. Ага. Я могу повышаться, повышать уровень в комнате ожидания теперь. Так, там еще один МК-1. Блин. Нет, 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 давить не будем. Заберем. Какие-то охранные роботы, что ли, блядь, что-то за дичь вообще. Отлично, обвязки. А, иди сюда. Я не знаю, в чем, собственно. Так, сюда можно? Ну да. О, привет! А-а-а! На! Хорошо. Давайте возьмем вот это вот добро в левую руку. Пойдем. А, стоп, это мы уже делали. Давайте вот так попробуем. Оу! Не целься в меня своим гвоздеметом, или что это? Сколько же кровища из них хлещет, это же жесть. Забираем. Кто там, чё там? Нравится, блин? Воу-воу, нравится, видимо. Мне шлем ломают. Не хочу, чтобы мне шлем ломали. Не нравится этот шлем. Ага. Отлично, утюг. Так, денежка. Денежка, это тоже неплохо. А там что? О, большой гриб. Гриб, который накапливает рагу. Это хорошо. А, я туда не ходил. Я открыл и не пошел. Это наверняка какой-нибудь секретный отрезок уровня. Ну, типа секретный. А, так, еще один гриб. А, это ивент. Часть ивента. У меня много странных грибов. Я бы хотел их сдать. Мне пишут, что я могу залевелиться. О, оно пилит. Воу-воу-воу-воу. Да блин, пожалуйста, не надо. У меня проблема. Мы шлем сломали. Мне показалось, или я отпрыгнул все-таки успешно? Ой, блин, сейчас я устану, да. Никакой скалы штамины, как... Штамины? Стамины, как вы видите, тупо нету. Ориентируешься на сердце, стучащееся только. Блин. Крит 90, хорошо. Ой-ой-ой.
не нервничай, сердце. Сломали, блин. Как быстро менять цель, интересно. Как-то должно быть, возможно. Мое мастерство с трубой повышается. Медленно, наверное. Так. Басо Наклс. Сюда. Труба пока крепкая. Штаны. Отлично. У меня есть штаны. Поздравьте меня. Так, ты. О-хо-хо. Это была увесистая тычка. Чё так больно-то? Ладно, давайте посмотрим, куда мы вообще попали. О, еще один. Ну ладно. Так, давайте возьмем утюг. Не знаю, как утюг бьет. О-хо-хо-хо. Окей. Я не ожидал, что утюгом мы будем сжечь на самом деле. Хотя по названию Red Hot Iron я должен был догадаться до чего-то. Умри. Да, анимация немножко, конечно, деревянная, самая малость. Ничего не поделаешь. Так, я могу вот так это сносить? Нет, не могу только. Надо кулаком это делать тогда, чтобы не ломать. Так, там ящик. Хорошо. Я же ветеран Dark Souls, у меня должно быть все пучком. Привет. Спокойно. Классические лягушки. Так, хорошо. В общем-то, пока что мне ни к чему абсолютно хавать грибы, лягушек и прочую фигню. Это радует. Особенно радует, что не надо хавать лягушек. Так, ты говно. Сюда иди. Так, нет, на этот удар у меня не хватает раги. Контр-критикал, отлично. Я просто думал, что может у меня получится это, ну, вырубить ее сразу ударом и дальше уже разобрать аккуратненько. Так, лифт. Ой, блин. Ой, этот Dark Souls. Ну, в смысле, вы поняли меня. Я вообще, блядь, нахер не понимаю, куда я двигаюсь. Так. Есть элеватор, есть премиумный элеватор. Все просто. Лифт. Элеватор. Поняли. И включением вот этого рычага на этаже мы... Ну, вы поняли. Здрасте. Ладно. Премиума у нас нет. Так, сюда мы, видимо... А, нет, проходим, смотрите. Макава. Знаете, я до того, как... идти в Макаву, хотел бы все-таки посмотреть. Знаете, наверное, мы прям сразу это сделаем, а потом вернемся и полевлимся. Я хотел бы посмотреть, что там за другой отрезок уровня. Потому что в такого рода играх очень потом тяжело вспоминать, где ты не повернул куда-нибудь, и искать потом это проклятие просто в поле. У меня пересохло горло, я слишком много треплюсь. Мне нужно сделать глоток освежающего напитка. Эй. Еще надо было чаю, конечно, перед записью, но... Жесть.
А это работает? А это не работает. Хорошо, это Ваноки. Хорошо. Ну все, теперь мы уверены, окей? Извините за этот звук. Он, скорее всего, был громким. Так, все, я убрал обратно под стол геймпад вместе со своими руками. Очень быстро садится стамина, я бы на самом деле первое, что сделал, это ее покачал. Ну и хотелось бы как-то, я не знаю, раздобыть оружие нормальное, а не вот это вот. Оружие в игре ломается, оно ломается очень быстро, ну, быстрее, чем катан, например, во втором Dark Souls, что было просто отвратительно. Вот, и получается, что не получится бегать с одним каким-то любимым оружием, придется постоянно свичиться, постоянно что-то пробовать, и, в общем-то, это неплохо. Я думаю, повеселимся на славу. Первый этаж, первый этаж. А, вот, смотрите, тут показано, куда можно пройти, куда нет. Это великолепно, это прекрасно. Тогда можно, вообще, голова может не болеть, короче. Я узнаю первый, если мне что-то откроется. Еще одна почта пришла. О, Минха Хэт. Здрасте. Так. Это что такое, интересно? Минго Хэт. Не знаю, что такое за вот эти вот синенькие. Стамина. Почем? Ага, я понял. ХП. На два. Давайте, наверное, вот так. Ну и все, собственно, больше мне ни на что не хватает. Что такое Dex? Что такое... А, вот. Что такое Dex-а? Давайте смотреть. ХП, понятно. Стамина, понятно. Сила. Непонятно. Вообще ничего не меняется. Селект? Нет. Текса, ну понятно. Лак. Есть нечто с параметром. Ну и если что-то называется лак. Мне определенно надо его взять. Ну так, давайте раскидаем. Блин. Криповые мозги. Отпусти меня, пожалуйста. Спасибо. О! Спасибо тебе, братень. Я ценю твою заботу. Что это такое? А, через... Нет! Я случайно... Ну ладно. Видимо, придется немножечко прорваться еще. Не идти же мне к лифту обратно, в самом деле. Ну, если там, конечно, не почищено. По идее, должно быть почищено. Нет, не должно. Этаж пересчитался, скорее всего. И он наверняка опять полон всякого говна. Хотя пока что вроде то же самое, да? Помчали. Не, да, все походу нормально. Или нет? Нет, ненормально. Ну ладно, ух, модно. Грибов нет. Я просто не знаю, зачем мне столько лягушек, честно. Так, тут эти появились опять. Может пробежать мимо? Или они не отстанут? Они не догонят. Так, стоп, сюда. Ха-ха-ха.
Ну, да, ожидаем. Шо? Так, есть рейдж мув. А, отлично, это заменило мои штаны. Ну и ладно. Ладно, не так все плохо. Лишние трупы — это лишние трупы. Лишние трупы — это хорошо. А, металлическая бита. Металлическая труба. Металлическая бита. Это что дает? Рейдж. Давайте сохраним. Это что дает? О, это ХП, это мы съедим. Отлично. Ну и мне опять сообщают, что я могу левелап. О, видите? Это игрок. Кстати, игрок с премиумом, ко всему прочему. Вот этот подлый наспаун в спину — это просто подло. Не! Забито. Так, игрок, где ты? О, он даже там дерется с кем-то, смотрите. Прикольно. Ой-ой-ой, лягушечка. Давайте соберем боди армор. Мне кажется... Блин, там этот странный игрок ввязался в какое-то страшное говно. Слезоточивый газ. Давайте съедим. А, я понял, я похилился, но при этом меня это... Косарылит. Так, что-то происходит у вас вообще? Давай. Не. Минус один. Не. Ой-ой-ой, плохо. Нормально, не попало. Так, мне нужно перегруппироваться. Воу-воу-воу, он еще... О-хо-хо-хо. Окей, я тебя понял. Так. Трубу мне, пожалуйста. Биту. О-хо-хо-хо-хо, это труп. Это просто было уничтожено. Так, у меня сломалась моя труба. Ладно, давайте нацепим. А желтую курточку возьмем с собой. Блин, надо было скинуть... Добро надо было скинуть в этом, в вестибюле. В waiting room. Вот видите, не зря уровень с нуля начал. То есть... Не намеренно, но не зря. Так, отлично. Stamina loss минус один. Это тоже круто. Там еще один МК-1. Пойдемте встретимся с ним. Надо кулаками побить, пока они не... Ну, не откроются нормальные приемы. Потому что тут сильного удара нету, а он мне бы очень пригодился. Мне прям конкретно нужен. Мне без него неуютно. Я, правда, так не понял, что нам с игрока полезного было. Но и ладно.
какие-то у нас брутальнейшие вообще. Прикольно. Убиты 7 противников, 1 бист, 1 этот хейтер. Это типа восставший игрок. New quests have been unlocked. Как мне это посмотреть? Видимо, вот здесь квест лист. Accepted. Нет. Accepted. А как мне переключаться? Скроллить яркой. Видимо, я... Ой-ой-ой, сколько тут всякого разного-то, мать твою. Хейтер крашен. Давайте посмотрим это. Так. Ага. Понятно, за этих, за хейтеров мы получаем СП. Это вот эти вот синенькие огонечки. На что их тратить, я пока не понял. Бля, музыка просто топчик. Дастин. Так, access the Dustin transfer items. Just select the items you want to transfer and away they go. Dustin 5. Ага. 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 Я понял тебя. Можно мне скинуть там, например, вот это, типа вот это. Вот это, вот это и вот это. Нет. Хер вам. Я не буду тратить на это премиум валюту. Это что такое, блин? Дерьмо какое-то, ладно. Ох-ох-ох, сколько вас тут. Ох, сколько вас тут, мать твою. Минус. Нет! Пока что единственный реальный минус, который я вижу, это абсолютно неадекватная система выбора противника. Фокус. Какие вы странные. Бам. Так, ты давай, до свидания. Ты тоже. А теперь ты. Хорошо. Это было не так сложно. Что это? Tales from the Barbs. Первая страница из первого выпуска. Ну, это, короче, ну, вы поняли. Истории из башни шипов. Колючек. Башня колючек. Странно звучит. Так, стоп. Там, походу, еще один хейтер. Ага. Вот вы где. Угу. Ой, их все больше и больше. Больше и больше. Да хватит меня лупить. Хватит меня лупить, твою мать.
Ой, он очень активный, он меня может и завалить. Ага. Так. Умри! Хер тебе. А, она тоже, кстати, третьего уровня. Бля. Умри. Так, хорошо, у меня есть молоток. Молоток? Молоток всему голова. Пойдем оторвем молотком кому-нибудь голову. Ты что? Ты убил моего хейтера? Как тебе такое? Ну, это абсолютно было не нужно, но мне хотелось это сделать. А, не, нормально, я все равно СП получаю за это. Откуда вы там нападали, блин? Почему вы там были вообще? Ладно, мы сейчас туда сходим. А тут что? Тут походу... Да, тут какой-то ништяк есть. Вот, например... знаете что? Нам нужно переодеться. У нас все развалилось, что на нас было. Спокойно, сейчас. Ай-яй, я вместо чего-то беру, да? Да. А ну штаны можем на себя... А, не можем. Ладно, давайте тогда залезем в десбэк. Вот это на себя. Вот это на себя. Шапки нет, ну их хер с ней. Вместо Фрогера. Фрогер, иди погуляй. Так, и у нас есть еще один штампик. Гуд. Ну, блин. Фрогер. А, Фрогер, подожди. Я тебя съем. Почему у меня такое ощущение, как будто этим саундтреком занимался Акира Ямаока, а? Фрогер. Не надо. А. Жрать лягушек живьем, это, конечно, такое себе, но у нас фулл хп. Фулл хп того стоит. Ладно, мне надоело жрать лягушек живьем, так что эта лягушка просто уйдет. Да иди ты в жопу там еще. Возникает. Блин, да как прыгать? О! Клевые сапожки у нас. Так, это хп. Не интересует. А хп ли это было? Я не пойду проверять, но у меня появились сомнения. Хрен с ним, блин. Я уже не могу просто больше нести. Хотелось бы, но не могу. А вот это надо собирать. Я так понимаю, это у нас... Третий этаж, смотрите-ка. Мы, блин, неплохо продвигаемся. Я так понимаю, это то, что нужно нашему мужичку в скафандре, чтобы... улучшать всякое разное. Ага, тут у нас есть лифт, судя по иконке. И тут у нас есть босс. Ладно, я не хочу смотреть, что там, куда там. Не особо интересно, в принципе. Там так понятно.
Вот, ну ладненько, давайте мы на этом с вами остановимся на сегодня. Спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Игра вообще топчик. Вот, ну и комментарии оставляйте. С удовольствием почитаю. Всего хорошо, пока.